Так, ну значит сегодня я буду делать обзор этого охуительного мода. По ходу пьесы разберемся, почему этот мод дерьмо. Ну, видно, что пытаются подражать началу Half-Life, только вместо поезда сделали такой бесполезный лифт. Ну то есть, чтобы взять поезд, им требовалось бы взять очень много локаций, чтобы, мимо которых нужно проезжать. Но так как им в лоб взять кучу локаций, поэтому не сделали лифт. В общем, все ясно, идем дальше. Ну какой-то мужик. Или же все ученые передвигаются бегом по комплексу. Не, ну я за ним не пойду, я тут лучше посижу. Видно, что текстурная пицца на столе лежит. Угрюмый охранник двигает головой странно очень. Держа руки в воздухе. Сам парит над креслом. Вообще все очень дешево сделано, очень херово. Боже. Хотя в совке за такую еду убили бы нахуй. Этот товарищ пончики прямо на столе держит. Конечно, стол же чистый. Всего лишь общественная столовая. Видно, что у меня акселерация мыши сейчас включена, но это просто из-за того, что тут нужно прописывать команду при запуске игры, а мне влом это делать для этого боссового мода. Куда я не пойду, там мудилы всякие ходят. В общем, все очень дешево сделано. Очень хреново. Извините, сэр, я не могу покинуть свой пост. Как жалость. Слушай, что скажут нам эти ублюдки? Я принял его. Гордо Фриман. Пожалуйста, предоставьте нам комплект документов и письмо предложения работы, чтобы мы смогли зарегистрировать вас как нового научного сотрудника. Что, он заткнулся уже? Да, смотрю, если. Окей, регистрация займет несколько минут. Пожалуйста, подождите здесь. Ну, готов спорить, что там тупик. Мне срочно нужно идти, я ведь и так опаздываю. Привет, Изи. Привет, Элай. Ты как раз вовремя. Ты поможешь Гордону обустроить? В общем, видно, что там стена, там нет никакой двери. Совершенно нет на это времени. А вот тут стены, ну, точнее, нет, двери тут нет. Спасибо. Слева. Выхода. То есть мужик просто входит в конец того коридора и возвращается. Что ж, ожидаемо от дешевого мода. Вы же Гордон Фриман. Кляня много про вас рассказывает. Вы будете работать со мной в секторе С, в лаборатории аномальных материалов. Боже, только не это. Гордон Фриман, регистрация окончена. Как говорил в письме, вы получаете третий уровень допуска, а также квартиру в общежитии. Ее номер 309, запомните его. Сканирование сетчатки глаза можно провести позднее, так что не забудьте пройти обучение по использованию хэс-костюма. Желаем успехов в начинаниях. Ты там добрый дофига. Пойдем, Фриман, я покажу тебе общежитие. Пойдем, он уже со мной на ты, значит?
Отлично. Я впервые вижу этого черного мужика. Что ему от меня надо вообще? Обычно передвигается бегом по комплексу. Все с бегом бегают по лабораториям. Здорово, что не поезд тут. Боже. Настолько было влом сделать движение поезда. Поехали, Гордон. Поезд вообще висит на поверхности. Можно вообще упасть и сдохнуть нахер. Какой-то мужик там сидит. Хороший ковер у него, конечно. Ничего полезного не делать, просто стоит рядом с окном. Смотрит на пустой поезд. Очень интересно, да? Вот еще один мужик сидит. Как странно. Видно, что все очень пусто, все очень плохо. Полтора человека ходят. Коридоры, видите, коридоры. Еще один бесполезный охранник, который просто смотрит в окно. Это западное крыло общежития. Я здесь живу. Твоя комната находится чуть дальше, но я тебя провожу туда. Во. Путь для инвалидов есть даже. Даже инвалидов ставили в игру. Это, наверное, комната отдыха у них такая. Чего? Да. Вообще, видно, что вот эти автоматы поставлены просто чтобы заполнить место. На нормальном заведении оба автомата поставили бы рядом, чтобы не занимали меньше места. Такой же телевизор, как там. Сатувен, ты с тобой привел кого-то? Это Гордон Фриман, наш новый сотрудник в секторе С. Ага! Так это ж ученик Кляйнера. Ну что ж, юноша, рад знакомству. Но учтите, что я не потерплю никакой халатности при работе. Так что надеюсь, что ваша работа никому не принесет вреда. А, ну, что касается вас, Элай, пожалуйста, проводите юноша в его комнату. Он надменно со мной общается, как крестьянин. Это доктор Мангусон. Не обращаю на него внимания, просто они с Кляйнером соперничают за грант. Нет, Бен, сейчас в погоде своего. Это моя дочка Алекс. А сейчас я жена Азия. Я познакомлю тебя с ней попозже, а сейчас нам пора идти. То есть он уже собирается знакомить меня, еле знакомый человек, со своей женой. Не курите, а тут бычки лежат, отлично. Очередной мужик, который стоит и ничего не делает. Черная комната. Какое там? Тут просто черная текстура, там ничего нет, наверное. Так, я хочу инициировать начало диалога, поэтому я пройду вот этим путем. Так я и думал. Видно, что штампованная локация, разве что одного кресла нет, дивана. Это все внутри теоретических пределов. Не отвлекайте меня сейчас. Ну вот, Гордон, квартира номер 309.
располагаете, теперь ты будешь здесь жить. То есть он просто взял, открыл мою квартиру сам, или это как? Это что за фигня? Ну-ка назад. Я еще не все успел встать в эту дурацкую квартиру. Я здесь живу. Твоя комната находится чуть дальше, но я тебя провожу туда. Я слушаю разговор этих придурков. Столик для вида. Видимо, чтоб стоя пить напитки всякие. Здравствуй, Вэн. Ты с тобой врывел кого-то? Это Гордон Фриман, наш новый сотрудник сектора. Очень низкое разрешение в этой фигне. Тут нельзя нажимать на кнопки. Только все дешево сделано, что просто ужас. Ага. Так это же ученик Кляйнера. Ну что ж, юноша, рад знакомству. Но учтите, что я не потерплю никакой халатности при работе. Так что надеюсь, что ваша работа никому не принесет вреда. О, невидимая стена, отлично. Ну, что касается вас, Элай, пожалуйста, проводите юношу в его комнату. Это доктор Мангус. Не обращай на него внимания, просто они с Кляйнером соперничают за грантом. О, нет! Блин, сейчас успокойте своего ребенка. Это моя дочка Алекс. А сейчас с ней моя жена Азия. Я познакомлю тебя с ней попозже, а сейчас нам пора идти. Даже не пришел проверить свою дитятку. Квартира номер 309. Располагайте, теперь да, ты будешь здесь. Выглядит это все нормально. Видно, что ванная комната даже без двери. Просто охуительно сделали. Невидимая стена, как обычно. О, надо же, у них... Качество экрана срезанный, параллелепипед. Могли бы вообще дешево сделать, и все в этом моде. Да, отличное общежитие. Даже рабочего столика нормального нет, только тумбочка, одна на двоих. Сенсоры не работают. Интересно, а понадобятся они для сегодняшней тренировки? Это очень интересно. Вряд ли квадратная вешалка. Мои очки. Да. Куча бесполезных приборов. Ни одного охранника вот на этом посту. Черное место. Сегодня здесь все немножко нестабильно работает, но тренировочная программа должна быть в хорошем состоянии. Да, конечно, отличное оправдание. Сегодня но немножко нестабильно работает. Кое-какая письменная работа. О, я вижу, вы уже подписали наше соглашение о принятии условий. Итак, я Гордон Фриман, настоящим подтверждаю свое согласие с условиями, что-то дальше. В любых случаях полученных травм, ожогов, отравлений и прочих повреждений, я не буду предъявлять свои претензии к администратору Black Mesa. Невероятный договор.
Какой нормальный человек будет его подписывать? Да, спрашиваешь меня. Если нет никаких вопросов, проходите в эту дверь и начинайте обучение. Вперед! Боже. Видите, как побучал тебя. Упс. Кто-то сейчас умрет, видимо. Нет. Привет, мистер Фримен. Ну, типа, пошел обучение, потом кто-то скажет таймскип, пошел. Все равно бесполезный охранник. Ну, типа, опять нажимаем, проходит мимо. То есть, как бы, чтобы показать эпичность мода, тут обязательно должен быть G-Man. То есть, сначала G-Man в оригинальном Half-Life был вот за этой дверью, теперь он типа за той дверью. Такая вот отсылочка. Боже, сделали тут невидимую стену, видимо, чтобы нельзя было просто взять и разбиться. По факту, скорее всего, у них просто не сделана локация в тех частях. И они просто не хотят, пусть не работают. Конечно, проще сделать невидимую стенку. Вот тут нельзя разбиться по-нормальному. Ну, то есть можно вот так получить повреждения. Конечно, немного, так высота очень небольшая. Это через раз получается. Боже, даже работающую аптечку не захотели сделать. Только все дешево сделано у них. Коридоры. Хм. Даже эту трубу. Трубы было бы вам взять трехмерными. Даже где-то в Half-Life, помню, были трубы такие. За стеной. Ну или хотя бы одарить их, чтобы объем создать. Но нет, тут все плоско. Везде голые коридоры с минимумом деталей. Что случилось, док? Дверь захлопнули, все ключи остались в кабинете. Как я теперь попаду в него? Гордон, Барни, может вы мне поможете? А, Гордон, а давай поспорим на банку пива, что я войду раньше тебя в кабинет. Что ж, Гордон, я помогу тебе выглядеть пол. Откуда твои вентиляции, ты сможешь попасть в мой кабинет. То есть мне сейчас предлагают взять и разбить решетку вентиляции. Из-за того, что кто-то потерял ключи у себя в кабинете. И захлопнул дверь. Отлично. Вентиляция всегда работает в лампочке. Конечно же. Опять двухмерная труба. Текстурно. О, боже. Как все дешево сделано. Только дешево, что я не могу в это играть дальше без спина.
интересно, стык текстур можно наблюдать. Много времени потратил, так что можно было бы пойти убить всех. Нет, шутка сломалась сама при этом. Так, загружаться, так как по канону барни должен бутылку пива Гордону, но не наоборот. Поэтому нужно прийти первым. Что случилось, док? Дверь захлопнулась, все ключи остались в кабинете. Как я теперь попаду в него? Гордон, барни, может вы мне поможете? Ха, Гордон, а давай поспорим на банку пива, что я войду раньше тебя в кабинет. Что ж, Гордон, я помогу тебе выиграть спор. Оттуда по вентиляции ты сможешь попасть в мой кабинет. То есть твой сломал три решетки просто за то, что какой-то дурак. Наконец-то. Спасибо, Гордон. Захлопнул дверь. Не забудь потребовать у парня должок. Как будто бы пиво достается ему, а не мне. Вот так он пристрастно пытается мне помочь. О, надо же, у них все работающая лампа, которая выключается. Неужели им было не главное поставить? Вряд ли подставки для книг треугольные. Призмовидные. Сказали, что этот уровень просто взяли, скопировали из оригинальной. Да, выглядит это все нормально. Боже, что ты делаешь? Ну же, Гордон. Конечно, это же влом было хотя бы. Ну, хотя бы парочку интерактивных объектов было добавить к себе. Правда, что лампа интерактивнее была. И все. Сделано очень дешево. Вот тут видно, что уже вот в этой комнате в одной.
две штуки, которые можно нажать. Фримен? А, приятно видеть тебя. Кто-нибудь еще есть хочет? Увидимся позже, угощу тебя пивом. Так я и думал. Привет. А, здравствуйте, Гор. Исследование должны пройти успешно. Конечно, ты не видел мою кофейную чашку? Не смеши меня. Почему все должны носить эти дурацкие галстуки? Совсем в этом не уверен. Не знаешь, кто сожрал все пончики? Заткнись. Вы просто должны подождать окончания теста. Я с нетерпением жду результатов этих анализов. А ты? Да. Вероятно, 100, 1 на весь. Замечательно получить чистые изменения для разнообразия. Конечно, нет. Головоломка, конечно, квадратная. И не интерактивная даже. Фигня. Как странно. Это вы, сэр, уже забрались в эту консервную банку? Банку. Это все внутри теоретических пределов. Не знаю, это проблема перевода или проблема мода. В общем, мне интересно, когда начнется обычная игра. Если переход к обычной игре, будет еще какая-то ерунда будет. Ладно, там ничего нет. А, ну хорошо, значит тут еще мод продолжается. Коридоры. А, да, тут же сейчас будет исследование, невероятно. А вдруг кристалл разноцветный. Ну, надо получать. Там Дина идет, живая. Дверца порядка роста человека в высоте. Кристаллов готовит. А. Видимо, товарищи чему-то научились, пока делали плоские локации. Эта фигня выглядит уже чуть более объемной, чем те плоские трубы. На самом деле меня сейчас довольно-таки сильно тормозит игра. Надеюсь представить, как мне оптимально сделать эту локацию. Ура, 3 карты. Фиолетовый поток, и он
фиолетовый поток ионовых частиц. Научника. Вот это фиолетовый поток ионовых частиц. Конечно, меняется. Если получить фиолетовым потоком, то образец ставит какого цвета. Излучатель, а сенсор где? Который будет фиксировать изменения образца. Хорошо, я включаю луч, начинаем анализ. Вот он, включить вас помогательный излучатель. Да, одного недостаточно для исследования образца. Чем больше излучателя, тем лучше выучится образец. Поэтому никаких сенсоров не видно. Анализ закончен. Вот он. Отключение вспомогательные излучатели и обычный кристалл. Боже, вот рельсы еще вниз на лифте спускаются. Такие огромные рельсы. Давайте желтый поток ионизированных частиц. Вот он, теперь включи зеленый поток. Зеленый. Включил зеленый поток. Да, действие потока структура обратно меняет. Неожиданно. Отлично, я не дам тебе закончить. То есть получается, что мы ионизируем образец вокруг, с этого облучатель мы тут облучаем после этого. При этом ни одного сенсора я тут не вижу, который информацию об образце собирал. Вспомогательные вращаются, верхние вращаются. Специалитель, что ты должен вращаться? О нет, энергия закончена. Римон, срочно спускайся в генераторную камеру. Включи дополнительный источник энергии. Нет, энергия закончилась. Невероятная история. Трубы — это вообще достижение для этого мода. Только куда они ведут? Большой вопрос. Видимо, вниз должны сейчас идти или вверх. Я сам знаю уже. Я же MIT закончил. То есть кнопку вниз. Кнопка вниз не пускает фигню на средний уровень, она пускает фигню на нижний уровень. Интересная история.
просто. Это ссылочки пошли. Поезд должен ехать. Вы Дом. Из лаборатории аномальных материалов? Да, я узнал вас. Эти исследования должны пройти успешно сегодня. Ты не находишь? Возможно. Сегодня большой день, Фриман. Невероятный спуск. Не вижу смысла в такой лестнице вообще. Думаю, это так. Ну, криво локацию построили, наверное. О, ну, видимо, стена появилась прямо за мной. Имена героев, которые сделали эту невероятную дичь. Просто невероятно охуительный мод. 210, больше никаких модов делать. И типа переход к игре оригинальной должен сейчас произойти, но его тут нет. Ну так как потребовалось бы для этого мода дополнительные файлы основной игры Half-Life, куда отсюда, то есть карты. Этого никому не хочется делать. В общем, понятно, что мод дерьмо. Всем спасибо, всем пока.